Сделайте себе коробочку. Данил Ярченко – ученик 4 класса и уже 3 года учится в цирковой школе. Рассказывает, на подготовку одного упражнения тратит 5 года. В цирковом номере Данил делает сразу несколько трюков и переворотов. Я был моряком. Мне надо было бы прыгать в фляги, сальто, шпагаты, коробочки, перевороты. Колес. Поддерживают ребят и финансово, и морально в первую очередь родители. Сопровождают детей на концерты и шьют костюмы для выступлений. Уверены, занятия в цирковом ансамбле пойдут детям только на пользу. Важно, потому что это в первую очередь физическая подготовка, дисциплина, это для них, это очень важно. Если не будет таких не будет таких вот кружков в таких маленьких поселках, детям просто нечем будет заниматься. С этой постановкой цирковой коллектив «Золотая арена» занял 1-е место. Номер называется «Морячки». Ребята чистят импровизированную палубу и выполняют разные трюки. Это акробатический этюд. Композицию это мы где-то готовили около полгодика. Был очень маленький мальчик, которому было 5 лет, Авдеев Владик. И он у нас как бы стал капитаном в этом номере. И отсюда как бы мы от него отталкивались. Уже в ноябре коллектив примет участие в международном эстрадно-цирковом конкурсе, который пройдет в Луганске. На фестивале ансамбль выступит с номером, который занял 1-е место в Урзуфе. Уверены, что составят достойную конкуренцию и циркачам из других стран. Инга Лапикова, Роман Фролов, «Панорама».